Нарбекова. В сердце этой программы находятся три упражнения. Самые главные ключевые упражнения. Первое упражнение – это представлять себя молодым и здоровым. Называется образ молодости и здоровья. То, что вы делаете постоянно, мы сейчас немножко пошлифуем это, хорошо? Второе упражнение называется октава. Октава – это тренировка искренности между вашими мыслями, вашим настроением, вашим телом. Что? Никак. Не переживать. Не как лебедь, рак и щука, когда в разные стороны тянут человека. Мысли в одну сторону, настроение в другую сторону. Вот там место есть, если что. Большинство людей, у них мысли в одну сторону, настроение в другую сторону, тело в третью сторону. Они приходят домой, мысли говорят, надо еще вот это сделать. Настроение говорит, а тело говорит, я уже вообще ничего не могу. Да? Это завтра потренируем. А сейчас мы потренируем с вами воображение. Почему? Когда мы представляем, создаем образ, а вы знаете, что человек создан по образу и подобию, именно способность к воображению отличает нас от животных. Все есть у животных, что есть у человека, кроме воображения. Знаете об этом, да? Животные умеют радоваться, бывают преданными. У животных есть нежность, у животных есть ум среднестатического рода, считает до 9. Муравьи легко складывают, вычитают до 100. Все уже давным-давно изучено. Но у животных нет воображения. Только человек с помощью воображения может себя довести до инфаркта, не имея на то никаких реальных физических что? Причин. Или не так? Ни одна лошадь себя до инфаркта не довела, находясь в стойле. Человек немножко опаздывает на работу, но у него не вовремя случилось что-то, понос. И он думает, вот я на работу опаздываю, вот меня сейчас будут говорить, ты слабое звено, вот ты из-за тебя, мы все плохо работаем, и меня будут при всех ругать, эти молодые вообще руководители, я здесь 30 лет проработал, сейчас такой позор будет, и у человека сердце что бьется? Его еще не ругали, может такое быть или нет? Ты еще экзамен не завалила, да? Еще никаких проблем не случилось, муж себе еще не изменил, но уже инфаркт ты получил с помощью чего? Воображение, так или не так? С помощью воображения. Так вот, у животных способностей такой нету. Только человек, дорогие мои, может воображать несуществующие вещи, так как экскаватор. Конструктор его рисует, потом на заводе его выпускают. Самолет, да? Конструктор придумывает самолет, потом его нет в жизни, согласны? Потом на заводе его делают. Дома, архитектура. То есть творить, как Бог, воображать, творить, создать творчество. Самый великий ученый, конечно, за последнее время, это Никола Тесла, но он вообще все держал воображение. Итак, у воображения тоже есть кое-какие законы, которые, если мы используем, мы получаем максимум эффекта. Если мы не используем, эффект, к сожалению, что? Не максимум. Самый главный закон воображения – это какой? Называется подробности. Подробности или, другими словами, детали. Если вы, дорогие мои, представляете лимон на своей ладошке, как что-то желтое и расплывчатое, никакая слюна, никакой рефлекс у вас не происходит, не вырабатывается. Так не так? Но если вы берете лимончик, берете одну долечку, представляете желтенькую кожурочку, беленькую прослоечку, представляете долечки, представляете косточку, представляете, как на свет через эти долечки идет, просвечивает. Чем больше подробностей, тем что происходит? Мозг включается в работу, получается воображение. Если вы хотите от своего организма что-то добиться, чтобы желудок хорошо работал, поджелудочный хорошо работал, печень, очень важно есть подробности. Понимаете? И здесь очень важно, когда мы представляем подробности, не уходить с головой в анатомию. Хотя тоже немножко это может быть полезно. Да? Вот, допустим, выйти на позвоночник, представлять, как позвонки растягиваются. Да? Но здесь очень важно представлять себя юными. Вот то, что мы всегда говорим, 16 лет. Но 16 лет тоже многие себя расплывчато представляют. Как это? Раз, что-то расплывчато. А что 16-летний такой? Здесь очень важно точно знать, какой у вас пупок, дорогие мои. Точно идеальный какой талии, какой бедра, какая стрижка интимная, какие плечики у вас, какая у вас коса, какие у вас реснички, какие у вас бровки. До мельчайших подробностей вот это надо представить.
тогда ваш мозг начинает ваше воображение воспринимать как? Как реальность. Понимаете или нет? Без подробностей вы можете пыжиться, тужиться, пыхтеть. Что? Результат будет, но на оценку 3. А нам с вами на какую оценку нужно? 1500. 1500. Останешься улыбочка. Поэтому мы сейчас с вами 5 минут сделаем упражнение. Немножко. Хорошо? Вспомним себя самые лучшие моменты юности. Вспомним себя, как будто вы в отпуске. Да? Первые впечатления, как будто вы поехали на море. Да? Или, может быть, какую-то речку, или водопадик. Представим, как вы купаетесь. Представим, как вы что? Танцуете. Ну, первый же раз, оно особенно впечатлительный. Так или не так? Первая любовь, когда ты стоишь на лестнице, да? Там сихорит, а ты первый раз целуешься, вот это ощущение, первый раз губами, когда ты чувствуешь губы другого человека, да? Интересно так, любопытно, согласны, нет? Как лошади губами другими. Я шучу. Вы так и серьезные. Поэтому, дорогие мои, поэтому. Вот и здесь очень важно, вы в деталях представляли. Если вы свое лицо молодое, представляете, румянец, белозубые улыбки, глазки, бровки, прически. Если мы представляем, что вы танцуете танец, в мельчайших подробностях, как вы выглядите, какое платье на вас одето, какие сережки, какие ожерелья, какие диадемы, какой туфельки на вас. Если есть подробности, есть результат. Да? Вы представляете себя в этом образе, в образе совершенства, в образе красоты, в образе молодости, ваше тело сразу раз, автоматически. И как будто вы что? Из династии Габсбургов. Да? Вопросы есть или нет? Зачем это надо? Чтобы организм понял, что вы от него хотите, его надо через подробности, через воображение на это настроить. Когда вы себя хорошо чувствовали? Когда вы с юмором ко всему относились, да? Когда вы были энергичны и бодры? В юности. Согласны, нет? Представлять, что у тебя нет запора, очень сложно. Все время задница перед глазами. А это не факт, что поможет. А представлять себя в 16 лет, это как раз тот самый период времени, когда у большинства, что? Что в 16 лет у большинства, дорогие? Запора не бывает. И тогда организм вас рефлекторно, и, пожалуйста, все. Вопрос есть? Нет, 5 минут готовы? Плечики расправляем, улыбочки зажигаем. Все, что вам буду подсказывать, вы воображать, фантазируйте. Как можно больше в подробностях, хорошо? Это приятное упражнение, предупреждаю. Серьезные лица не делать. Еще улыбочка. Выздоровление – это праздник, дорогие мои. Вы согласны ли? Слава Богу. Лица, как на поминках, запрещены. Я не к вам. Еще улыбаемся, дорогие. Еще. Сейчас есть, как вы есть невесты, как будто первый раз. Сейчас вы есть выпускница школы. Ладно? Вам есть 16 лет, дорогие мои. Еще ярче улыбка. И мысленно представьте, что вы, дорогие мои, переноситесь в какую-то удивительную местность. Отпуск у вас, юность ли, какой-то... Может быть, вы в поход пошли, это с ребятами-пионерами. Представьте себе какие-то туристические домики. Как вы спите сладко в 16 лет. Представьте. Представьте раннее-раннее утро. И представьте, дорогие мои, как будто ветерочек дует и раздувает занавески. Настройтесь на юность, на молодость,
на желание жить, на жизнерадостность, на оптимизм. Представьте, как первые лучи солнца начинают согревать ваше лицо. Представьте, дорогие мои, как этот прохладный ветерочек, врываясь к вам в комнату, как будто своими прохладными ручонками касается вашего лица, пробуждая вас, как в детстве, как в юности, как будто говорит вам: проснись, проснись, о, любовь моя, проснись, радость. Сладко, сладко подтягивайтесь, не открывая глаз. Представляйте подробно свой юный, красивый, молодой человек. Как вы тянетесь, подтягивайтесь руки. Улыбаетесь, потом к солнцу прищуриваясь. Опускаете украшенный пол. И подходите к окошку, раздвигая занавески, глядя на этот восход, глядя, как солнце на себе огромный диск солнца, восход солнца, сумасшедшей красоты, яркий летний восход солнца, как первый начало жизни. Как вы смотрите на эту зеленую траву, на которой еще есть роса, искорками играет на капельках эти лучи солнца. И как в юности хочется побродить. И вы, одев на себя халатики, устремляетесь побродить, погулять, побродить. В подробностях представляете, как бежите босыми ногами по холодной траве, сбивая капельки росы, как срываете клевер, вытаскивая лепесточки и пробуя на вкус, как в юность. Представьте, дорогие мои, как хочется уйти как можно дальше. Какое тело у вас? Вспоминайте себя в юности. И вы устремляетесь еще дальше. И как ваше лицо озаряет эта улыбка. Улыбка счастья. То, что всегда с вами. Хорошее настроение. Радость, наслаждение, смех. Желание заигрывать, смеяться, флиртовать, шутить. И вы добираетесь до какого-то водоема. Быть может, это небольшой водопад на берегу моря. Быть может, дорогие мои, это какой-то водопад. Может быть, просто родник, в который можно зайти и окунуться. И представьте, как вы сбрасываете себя, как прям ощущение по телу пропустите. Как вы ходите. Идет вода ледяная, обжигает, как вы. Но азарте сильного человека в трудности только разодоривает. Как вы в азарте окунаетесь в эту воду, обливаясь, смывая из себя остатки сна, остатки пыли, остатки сонливости, вялости, как все ваше тело молодеет. Представьте, все ваше тело подтягивается, стройнеет. Представьте, какое молодое, красивое тело у вас родилось. Как вы с улыбкой
Улыбочки, как вы, дорогие мои, выходите? Что вы трудитесь от водоема? Видите свое отражение в воде, представьте. Чудо! Представьте, дорогие мои, это чудо! Вы видите отражение, какое оно? И представьте себя, дорогие мои, как вы в этом азарте, в этом юности, снова набросили на себя халатики, и у вас есть желание даже немножко полетать. Пофантазируйте. Просто фантазии. Вы же летали во сне в юности? Представьте, как будто вы разбежались. И с высокого пригорка оттолкнулись, чтобы прочувствовать свое тело. И взмыли вверх, чтобы чувствовать легкость в своем теле. Представьте, дорогие мои. Как будто вы выше, выше, выше голубым облакам. Как вы наслаждаетесь легкостью в своем теле, воздушностью в своем теле. Представьте, дорогие мои, а в юности всегда азарт, всегда кураж, в юности даже немножко хулиганство. Может быть, где-то вдалеке гроза есть. В юности хочется выбежать под струю воды, выбежать под эту грозу. В юности хочется страсти. И представьте, что вы буквально на минуту взлетаете в эту грозовую точку и находитесь выше молний, выше грозы, под вами стихия. Представьте свое выражение лица радости, азарта, кураж, хулиганство. Изобразите хулиганство на лице. Изобразите кураж на лице. Молодцы, 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 когда хочется немножко полихачить, похулиганить, по крышам побродить. Вспоминайте это состояние юности на мотоцикле. Молодцы. И летим дальше, дорогие мои. Летим дальше, где уже после грозы радуга. Летим дальше, где уже чистый воздух после грозы. Летим туда, где дышать легко, где зелень стала зеленее, краски стали ярче после того, как цветы помыли. И видим прекрасный дом, прекрасный красивый дворец, особняк ваш. Сегодня ваш день рождения, сегодня вашу честь. Здесь будут танцы. И вы приземляетесь на какую-то тропиночку, фантазируете. Легкой походкой, как можно подробнее представьте белый портал. Красивые колонны, идеальный дворец, замок, фантазируйте. Открываются двери перед вами. Вы идете в прекрасных залах одеть на себя красивое платье. Каждый выберет свой вкус. У мужчины прекрасный костюм, представьте. 2-3 перемерив, вы оставляете на себе и смотрите в зеркало идеальный наряд. В мельчайших подробностях какой цвет, какая талия, какие формы, какие детали. Любуясь себе в зеркало, вы идете в зал, где ваши друзья, где мужчины в красивых смокингах, девушки в прекрасных вечерних платьях. Немножко повальсируем, чтобы наше тело запомнило легкость движений, чтобы наше тело запомнило улыбку, счастливое выражение лица. И вот к вам подходит какой-то партнер, партнерша.
Вы галантно, аристократично берете за руки. И вместе со всеми, дорогие мои, представьте, начинаете кружить. Начинаете кружить, дорогие мои, на носочках. Просто кружить. И как можно больше подробностей. Изящные красивые ноги, стопы, бедра, талия. Изящные красивые грудь, руки, румянец. Искорки счастья в глазах, роскошная прическа вся блестит. Блестки. Как вы кружитесь. Оркестр, дирижер, и все играют только в вашу честь. Сейчас давайте, не открывая глаз, дорогие мы, не открывая глаз, встанем, чтобы наше тело запомнило эту легкость. И не открывая глаз, мысленно представьте, как на вас смотрят влюбленными глазами, и вы кружитесь. Чтобы каждый день мы делали все упражнения только в этом образе. Гимнастику для нашего любимого позвоночника, представляя себя только такой. Упражнение для наших глазок только такой. Мы есть юность и молодость, представляем себя. Запоминая, какое ожерелье на вас, в подробностях, в деталях. Сережки, колье, представляя, дорогие мои. И вот все расступились в центре этого зеркального зала с золотыми колоннами. Танцуйте только вы. И оркестр играет только вам. А у вас кураж, хулиганство, кураж, уверенность, радость. Вы кружитесь так, вам самим нравится. На носочках легко. И поблагодарив партнера, партнерша, вы убегаете переодеться дальше для страстного танца, для транса. Энергии для танго. И вы выходите в зал другой походкой. Вы выходите в зал, ваши движения резки, четкие, уверенные. Еще больше кураж, еще больше уверенность, дорогие мои. Еще больше силы. Мужчины расправили грудь и плечи. И вы снова подходите к партнеру, партнерше. И танцуете уже по-другому. Танец силы, скрытых чувств, намеков, страсти. Когда можно обнять и опрокинуть. Когда можно хулиганить, извлекать, шалить. И вы снова запоминаете свою походку. Вы снова запоминаете, дорогие мои, свое тело. Вы снова запоминаете прищур своих глаз, улыбку и свой взгляд. Запоминаете, дорогие мои. Свою грацию и силу внутри себя, юность и азарт жизни. И мысленно себе скажите, я запоминаю. Мысленно скажите себе, да я такая, да я такой. И вот вы благодарите, благодарите своего партнера, благодарите свою партнершу. В мельчайших деталях пройдите с вниманием изящные красивые стопы ног, голень, коленочки, бедра,
точеные ягодицы, представьте себя. На Востоке это самое главное, идеальная талия. До мельчайших подробностей свой пупочек. Грудь. Улыбку свою. До мельчайших подробностей, как и ресничка у вас. Блеск зубов. Платье, в котором вы находитесь. До мельчайших подробностей. Костюм, в котором вы находитесь. Дорогие мужчины. Вашу прическу богатую. До мельчайших подробностей, дорогие мои. Чтобы была вибрация по телу. Да, я такая. Дорогие мои, когда вы молоды? Когда вы сильны? Когда вы стройны? Когда вы красивы? Чтобы ваши мысли, ваше настроение, ваше тело совпали. И мысленно скажите, да, я привыкаю. Я каждый день такая, каждый день такой. Я разрешаю себе, скажите такие слова. Я нравлюсь себе. Идеальное красивое тело, улыбка. И сейчас направьте внимание в нужный себе орган. И 10 раз представьте, как он идеально работает. Кто-то легко идет, кто-то поднимает руку, кто-то дышит, кто-то все увидит. Пожалуйста, в образе молодости работаем со своим органом. Первый раз представьте, как он идеально работает в 16 лет. Второй раз представьте, кто-то хорошо спит. Кто-то хорошо дышит, у кого-то идеальное давление. Третий раз представьте. Молодцы. Четвертый раз, дорогие мои. Видим, все внимание в нужный орган. Все тело наполнено белым светом. Видим, как у вас идеальное зрение. Видим, какие идеальные красивые ноги, легкость в ногах. У каждого своя цель. Пятый раз, пожалуйста. Представляем шестой раз. Как вы все идеально видите. Седьмой раз. Дорогие мои, сколько лет вам? 16. Когда? Сейчас. А вы себе нравитесь? Да. А такая жизнь вам нравится? Да. Самое главное, это ваш внутренний настрой. Какой настрой? Так вы живете. Девятый раз представьте, как идеально работает ваш орган. Идеально все видите, идеально все слышите, идеально кушаете, идеально спите. Идеальная легкость в ногах. Молодцы. Девятый раз. И обязательно мысленно скажите, мне это нравится. Обязательно мысленно скажите, да, я такая. Десятый раз, дорогие мои. А теперь небольшой отдых, спокойствие. Не открывая глаз, встаем со стороны спокойствия. Молодцы, молодцы. Снова, дорогие мои, опять раскрываем ладошки, раскрываем улыбки. Еще разик. Все внимание в нужный орган. И еще 10 раз, дорогие мои, представляем то, что вы от него хотите. Кто-то хорошо кушает, кто-то хорошо спит, кто-то хорошо ходит, кто-то хорошо видит, кто-то хорошо слышит. У кого-то чистый желчный пузырь, у кого-то чистые почки, все растворяем, все ненужное. Представляем, поехали, первый раз, ярче улыбка. Второй раз. Сколько лет вам, дорогие мои? 16. В каком платье вы одеты? Какая талия у вас? Третий раз представляем, чтобы организм привыкал. Знав в подробностях, что вы хотите. Четвертый раз. Видим, видим, видим. Представляем. Пятый раз, дорогие мои. Каждый день я юная, привыкаю. Здоровая, привыкаю. Счастливая, привыкаю. Шестой раз. Молодцы. Седьмой раз. Ярче улыбка. Кто скромно улыбается, у того скромные результаты. Дорогие, Челентано вам завидует. Говорит, я Андриана, улыбаться не умею. Вот как она улыбается. Еще ярче. Десятый раз. Мысленно скажите, я привыкаю прямо сейчас. Все мои органы работают правильно. Они и так работают, а теперь правильно. Скажите, да, я молодая. Да, я молодой. Да, я сильная. Да, я счастливая. Да, я счастливый. Опять легкий отдых. Спокойствие.
Отдых, спокойствие. Третий раз, чтобы дышать идеально, дорогие мои, третий раз. Опять раскрываем ладошки, опять ярче улыбки, еще раз пройдите внимание по всему телу, изящные красивые стопы, идеальной формы, идеальные пальчики на ногах, идеальный голеностопный сустав, голень, коленочки, идеальные, идеальные точеные бедра, ягодицы, представьте. Твердый-твердый, как булочки. Талия идеальная, дорогие мои. Грудь расправляем, румянец, улыбка, искорки счастья, блеск в глазах. Улыбка ослепительная, коса до пояса. Представляем, милые женщины. И третий раз все внимание в нужный орган. Кто-то в почке, кто-то в коленку, кто-то в ушко, кто-то в глазик. Прочувствуйте. И с улыбки, только с яркой улыбкой, с радостью. Поехали. Представляем, как он идеально работает. Раз. Второй раз еще ярче представляем, как идеально работает. Два. Третий раз еще ярче представляем. Три. Еще ярче. Четыре. Улыбка, улыбка, настрой, сила, здоровье. Пять. Быть сильным – это прекрасно. Быть сильным – это единственное, ради чего стоит жить. Быть счастливым, сильным, всем помогать. Шестой раз. О всех заботиться. Еще раз. Как идеально работает ваш орган. Седьмой раз. И радость по всему телу. Восторг, чтобы мурашки прошли по всему телу. Девятый раз. Экстаз во всем теле от того, что орган идеально работает. Счастье. Десятый раз. Радость, восторг, когда сердце поет, когда душа поет. И мысленно скажите, я благодарю себя, довольна собой, люблю себя. Да, я здоровый, да, я молодой, да, я молодая. И привыкаю к этому. Привыкаем, 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 привыкаем. Улыбка, плечи расправлены, грудь дышим широко, полной грудью. Идеальная талия. Яркая, счастливая улыбка. Привыкаем. Стоим, привыкаем. Молодцы. Теперь не открывая глаз, проверьте, что стульчики сзади вас, и присаживаемся. Если удобно дотянуться, тогда ладошки разогреваем, руку положите тем органом, с которым вы работали. Положите руку, спиночка прямая, головочка высоко, ноги ровно в пол. Поза сильного, спокойного, уверенного человека. И в состоянии спокойной уверенности даем минуту привыкнуть к идеальной талии. Минуту привыкнуть к идеальной плечи. Румянец, улыбка, уверенность, сила внутренняя, мощная. Лютая сила, бесконечная сила. Не дай Бог, если у русских появится цель в жизни, дорогие мои, не дай Бог. Они все могут. Видим себя молодыми, видим себя здоровыми. В подробностях и впитываем эти краски. Впитываем эти подробности, впитываем и привыкаем. Спокойствие, уверенность, сила. Спокойствие, сила, спокойствие, уверенность. Впитываем, привыкаем.
необходимое. Потихонечку заканчиваем. Глазки волшебно открываем, улыбочки открываем. Сколько лет вам? 16. Так или не так? Привыкать или не привыкать? Кто танец танцевал? Поднимите руку вверх сейчас. Очень хорошо. Вы танцевали? В очках или без очков? А я же вам не говорил танцевать без очков. Значит, вы уже себя как видите? Без очков. Согласны или нет? С палочками или без палочки танцевали? Значит, внутри вас сидит этот рефлекс быть здоровыми. Сидит эта мышечная память, этот рефлекс быть здоровыми. Так или так? Вы в каком платье танцевали? Вот теперь каждую секунду, когда вы можете это делать, понятно, что иногда вы заняты работой, но каждую секунду вы идете по улице только в этом платье. Ага. Мысленно вы представляете себя только в этом наряде, дорогие мои. Только в этом платье, каждую секундочку. Тогда ваша поза будет в этом платье. Можно в роскошном платье вот так сидеть? Уже в роскошном платье вы вот так сидите. Согласны или нет? Осанчик, улыбочку. Каждую секунду. Вы сейчас в каком платье? Дороже. Подходит. А какие украшения на вас? Не было. Что, даже сережки нет? Были. Какие? С дырюликами. Да. Ваши одеваются? Студентки. Прическа какая? С косой. До куда коса у вас? До пояса. А 16 лет. Так вот, дорогие мои, тогда ваш мозг понимает, рефлекс этот есть у вас. Понимаете, он его возвращает. Все. Вот в этом есть. Поэтому Авиценна сказал, настрое, ты, я и болезнь, чью сторону займешь. Если человек на стороне здоровья, представляет себя здоровым, представляет себя молодым, понимаете, тогда есть выздоровление. Ты идешь по улице, тебе 16 лет, коса до пояса, дорогие женщины. Походка легкая, незаметная, каждую секундочку мозг дает импульсы в эндокринную систему, в нервную, в лимфатическую, в кишечник, импульсы, неделя, все, ты выздоравливаешь. Если человек хочет выздороветь, медицина бессильна, дорогие мои. А есть люди, которые на стороне болезни, ходят им рассказывают, ты знаете, как меня сегодня ночью прихватило? А другая сидит на скамейке и думает, слушай, я прихватил, меня нет, отстаю. Говорит, что тебя, а меня-то как сегодня скрутило? Осанчика, улыбочка. Только у человека есть воображение. Этим мы похожи на Бога, на Творца. Понимаете, животные тоже есть и любовь, и верность, и преданность, и душа. Душа животного, расскажите, у животных тоже есть. Но у человека есть воображение. Вы можете создавать с помощью воображения то, чего в природе нет, вы можете творить. Архитектуру мостов, зданий, этого нету никогда. Согласны? Великие станции, ну, не прогресс и другой красивый. Изобретения, наука, картины. Художник мысленно рисует картину, потом переносит ее, что? На полотно. Вы как художник, как скульпторы, но теперь вы это делаете с чем? Со своим телом. Улыбочки. Дорогие богини, дорогие принцессы, дорогие Клеопатры, дорогие выпускницы школы. Сейчас у вас есть 5 минут, а мы будем за вами подглядывать, какой походкой вы ходите по коридору. Старческая, волоча за собой ноги, или юный, не успевай за ними. Мужикам тоже относится, хорошо? 5 минут и продолжаем. Хьюстон, Хьюстон, как слышите прием? Дорогие мои, садитесь, пожалуйста. Зажигаем улыбку. Каждому к вас буду подходить. И незаметно спрашивать. В самый неподходящий момент. В каком платье вы находитесь? В белом. До какой длины? До пола. Подходит. Договорились? Если вы подробно представляете то, что вы хотите, ваш мозг вам это... дарит, преподносит. Понятно ли? Если мужчина будет представлять женщину голую, как что-то расплывчатое и в тумане, эрекции не бывает. Когда начинаешь в подробностях и в деталях, значит, дорогие мои, наш мозг работает только если есть что? Подробности. Подробности. Я специально немножко утрирую, немножко такие скабрёзные вещи рассказываю,
целью единственной, дорогие мои, да? Запечатлеть в сознании. Хорошо? Конечно, мужчины никогда не представляют обнаженных женщин, даже не подумайте об этом. Значит, подробность. Подробность. Поэтому, если вы хотите, спина никогда не болела, идеальное свое тело в подробностях представляете. Хорошо? До подробностей. До каждого волоска. Маленького у женщин бывает, у мужчин бывает. Хорошо? На руке. Как можно мельче, как можно более подробно, тогда мозг прям, чувствуешь, я уже такой. Хорошо ли? Сейчас мы с вами, несмотря на то, что мы плавно переехали с вами из тропиков, да, на экватор, у нас 100% влажность, теперь каждый вечер, да, жара и влажность, жара и влажность. Скоро полетят мухи ЦЦ, да? И будут ползти питоны, а в лужах сидеть гипопотамы. Такая погода у нас. Мы почувствуем себя скоро Маугли. Да? Дорогие мои, когда мы делаем упражнения для позвоночника, если вы делаете упражнение для позвоночника в белом платье, то вы делаете его правильно. А если вы делаете упражнение для позвоночника в красном платье, то еще лучше. Так, короче, нет. То есть вот здесь весь секрет. Это я почему вам ежедневно повторяю. Почему? Ваш мозг – ваш враг. Мозг говорит, слишком просто. Доктор сказал мне, у меня диабет, я умру вместе с диабетом. А вы мне говорите, если я себя буду представлять молодым и здоровым, я что, выздоровлю, что ли? Согласны ли? Это мозг, сволочь такая. Именно, дорогие мои, просто. Все гениальное, что? Просто, но в подробностях. Хорошо? В подробностях. Если в подробностях, тогда действует. Если расплывчато и в тумане, извините, не действует. Плечики, грудь, румянец, искорки счастья, взгляд. Да? У вас какое ожерелье? Из каких камней? Хрусталя горный. Горный хрусталь голубой? Ну, он белый, но платье голубое, поэтому он тоже как голубой. Верю, верю. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Когда вы в красивом платье, у вас другая поза. У вас другие движения рук. Согласны или нет? У вас другое дыхание, другое настроение. Еще улыбаемся. Поэтому сейчас упражнение для нашего позвоночника. Кто будет выполнять? Принцесса. Алексей Владимирович. Ему больше всех надо. Дорогие мои. Принцесса. Император. Окей? В образе молодости. Если вы делаете упражнения в образе молодости, то вы делаете их по системе Нарбекова. Если делаете не в образе молодости, извините, вы в милиции. Если мы платье запутаемся. Что вы запутаетесь? Платье запутаемся. Каждый день вы можете платье менять. Хорошо? Запутались, допустим, то ли белый, то ли голубой. Тогда сегодня белый, завтра голубой. Хорошо? Все наши правоохранительные органы работают по принципу трех букв. Имитация бурной деятельности. Пусть ваше здоровье не соответствует этим буквам. Хорошо? Деятельность бурная, а где результат? Поэтому осанчик, улыбочку. Если есть подробности, значит сразу же есть что? Результат. Встаем и за работу. Легко сегодня, подскоку, немножко погода такая ядреная, еще не все вышли из обострений. Напоминаю, что таблетки мы не отменяем с вами сами, договорились? А потихонечку, плавно, очень нежно, очень медленно снижаем, чтобы организм отвыкал, потому что он к таблеткам тоже привык, да? И приходим к доктору и говорим, дорогой доктор, благодаря вам выздоровела, снижайте дозу чуть-чуть, ладно? Мощный сильный вдох, мощный сильный, легкий выдох. Мощный сильный вдох, легкий выдох. Мощный сильный вдох, легкий выдох. Поскольку завтра у нас занятие с вами в 2 часа дня,
То есть вы как проснетесь сразу к нам? Поэтому сегодня мы сильно не будем надрываться. А вот в воскресенье занятий нету. Вы поедете на экскурсию к чудотворцу. Поэтому в субботу, не жалея сил, можно вас не жалеть. Вас все равно зарядят аккумуляторы вам в воскресенье, все батареи вам зарядят. Поэтому сейчас мы сделаем чуть-чуть, а завтра извините. За все дни и годы, хорошо? Мощный сильный вдох, легкий выдох. Представим такой случай, как будто вы где-то в поездке, где-то в дороге. У вас мало времени. Что есть основное в гимнастике мы сейчас сделаем, хорошо? Что есть основное? Вытянуть вверх. Вы знаете наизусть. Поэтому переходим к шее нашей любимой. Вверх поднимаем и влево-вправо. Главное воображение. В каком вы платье, какие украшения, какая роскошная юная девушка. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Погладили. Хорошо. Второе. Грудной отдел вытянуть. Ну, попозже. Еще раз шею. Вы сейчас мысленно представляете себя на полянке зеленой, голубое небо и туда, к облакам. Хорошо? Красивые, яркие образы. Поехали. И раз, два, три, четыре, еще выше, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять погладили. Очень хорошо. Улыбаемся. А вы в каком платье? Я вам говорила, в горошек. Какой? Зеленый горошек? Синий, белый горошек. Синее платье в белый горошек? Такой вырви глаз, да? Ну, я помню себя в детстве в таком платье. Нет, нет, мы только за. Просто я не могу от вас взгляд отвести. Я думаю, почему? Понять не могу. Третий раз, дорогие мои. Вытягиваем головочку, поехали влево-вправо и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, выше, выше, выше. Заканчиваем. Заканчиваемся. Вот энтузиазм, вот энтузиазм. В каком костюме танцевали, Владимир Васильевич? Сейчас в темно-синем костюме. Хорошо? В темно-синем костюме. Генеральский. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Очень хорошо. Продолжаем. Наши любимые грудные позвонки. Поднимаем плечико вверх. Еще выше. Еще выше. Еще выше. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз. Только в образе. Пять, шесть, семь, восемь. Выше носик. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Для расслабления. Все в платьях, все в ожерельях, все в жемчугах. Еще, еще, еще. Да, и хулиганить, хулиганить. Хорошо. Продолжаем, руки приклеили. Вверх поднимаем, одно за другим плечико. Еще раз говорю, как будто вы где-то в дороге. Нет, у вас много времени, чуть-чуть вам надо, может. В тамбур вышли, поезд. Раз, раз, раз. А? Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Отдыхаем. Улыбаемся. Молодцы. Я проверяю. Вижу, кто в каких украшениях, кто в каком платье. У вас какая обувь? Бальных платьях. Хорошо. Третий раз поехали. Поднимаем вверх. Каждый раз прошу.
поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выше. Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Хватит, хватит, хватит. Сегодня еще раз. Сегодня мне пятница вечер, после недели работы. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Ставим ножки на ширине плеч. Наши с вами любимые. Помните? Один бок вытянули, другой на завтра. Как вам будет в белом платье? Правую руку тяни вправо. Правую руку тяни вверх. Растягиваем себя, потягиваем. Потянули, 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 потянули. Делаем наклончик. И вытягиваем весь свой позвоночник вслед за рукой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Взяли за запястье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два. С помощью воображения тянем, 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 тянем. Снова вверх. Растянули, растянули, растянули в сторону. Опускай. Есть ощущение, один бок растянулся, другой нет? Молодцы. Вы немножко фрукты кушаете хотя бы? Витамины кушайте, тоже не забывайте, ладно? Потому что Сема Нарбекова, она не говорит, что без питания. Вы питание тоже правильно сделаете, ладно? Побольше фруктов. Сейчас еще весна идет пока еще. Немножко еще авитаминоз. Ладно? С 1 июня начнется лето, а авитаминоз закончится. Начнется гиперавитаминоз. Да? Хорошо. Ахали другой рукой. Вверх растягиваем, потянули. И выше, выше, выше наклоняемся в другую сторону. С выдохом и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Взяли за запястье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Снова вверх. Растянули, растянули в сторону. Опускаю. Это в состоянии каждый человек сделает. Даже если ему бежать куда-то надо. Что там, зашевелилось что-то, да? Мощный сильный вдох, легкий выдох. Мощный сильный вдох, легкий выдох. Улыбаемся. Чуть-чуть отдышитесь. И осталась главная вытяжка. Весь организм, все отделы вытянуть надо. Хорошо? Это есть суть. Вытянуть вверх. Это может каждый. Сидя ли, лежа ли, да? Стояли. Каждый может. Улыбаемся. А вы в каком платье, скажите нам, пожалуйста? Кровавом. Это что за цвет такой? Такой между красным и розовым. Кровавым. Между красным и розовым? Мужчины и женщины не понимают. Когда женщина говорит персиковый цвет, мужчина все может. Ну, взял персик, посмотрел. У женщин слово персиковый и цвет персиковый, оказывается, что не совпадает. Поэтому коралловый тоже. Я никогда не ожидал, что это между розовыми. Ну ладно. Третий раз, дорогие, поднимаем рукой. Поэтому никогда женщину нельзя всерьез воспринимать. Можно с инфарктом слечь. Еще выше поднимаем, только с юмором. Еще выше. И опять же, голубое небо, зеленый, полянка, цветы, и вы себя вытягиваете вверх. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще выше. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. А домой пойдем? В каком платье? В каком переодеваться не будем? Нет, не будем правильно переодеваться. Так, вот как вы сейчас танцевали, в этом есть суть. В этом есть суть. Даже если человек уже покойник, по мнению врачей, все равно, дорогие мои, вы представляете себя в красивом платье, шастаете по улицам в этом образе, и организм, можно, легкое обострение возможно, но мы предупреждали, да? И организм восстанавливается, выздоравливает. Назло что? Это так. Есть тысячи примеров этому, которые трупы вставали и уходили. Потому что у них были планы.
У кого нету планов, они, к сожалению, здоровыми что сделают? Сгнивают. Третий раз. Самый яркий. 8 километров вверх. Представили голубое небо? Яркое солнце, зеленую траву? Представьте себе яркий солнечный день. Дорогие мои, если мужчина сказал третий раз, даже если у вас есть своя точка зрения, вы всегда говорите «да». Что, вам жалко, что ли? Что вы хохочете? Все, у нас нет. Система Норбекова и феминизм – это вообще незнакомо. Россия – это патриархальное общество. Чем бы мужик не тешился, лишь бы не вешался, знаете ли. Если мужик водку не пьет, всегда ему говорите «да». Хорошо? Лишь бы водку не пил. Согласны? Все. Третий раз. Так мало целеустремленных мужчин. Поддакивайте им. Еще выше, потянули, потянули. Еще выше, 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 выше. 5 километров. Хорошо, 5 километров. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Продолжаем улыбаться. Еще, 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 еще. Выпрямляется спиночка или нет? Да. Помните, мы неделю занимались. Я вам сказал, через неделю я спрошу, ваша спина будет ровненькая или нет? Дорогие мои, вам легче держать осанку и улыбку? Да. Новые привычки формируются уже? Да. Рефлексы. Иван Петрович Павлов, спасибо. Да. Все, совсем теория рефлексов. Алексей Владимирович. Ну, Павлов это великий человек. Даже его собакам памятник поставили. Не то, что ему. Чуть-чуть отдых сделаем, отдышитесь немножко. Хорошо? Всегда чувствуйте себя. Когда надо нажать, когда нужно чуть-чуть отдых сделать. Ладно? Когда в меру сил, помните, что ваша цель научиться себя любить и чувствовать. Хорошо? Олимпийский рекорд не надо показывать, если у вас обострение идет. Ладно? Вы прислушиваетесь к своему телу. Угу. Кто прислушивается к своему телу? Поднимите руку вверх. Очень хорошо. Помните, мы говорили, если вы не хотите жрать сосиски, ваше тело не хочет сосиски. Вы уже 3 штук съели, еще 3 осталось. Даже если вы уже 1 надкусили, ваше тело не хочет. Значит, что вы делаете? Говорите, я выхожу из общества чистых тарелок. Владимир Ильич Ленин, исключите меня из общества чистых тарелок. Хорошо? И не доедать это сосиски. Хорошо? Спасайте себя. Договорились? Значит, вы кушаете ровно до того момента, даже если вы не доели. Да? Торт, половину только съели. Недоеденный. Может пропасть. Да? Птиц доели, доели. Столько птичьего молока. Я шучу. Третий раз. Поднимаем руку. Прислушайтесь к себе. Сегодня точно не время олимпийских рекордов. Выше поднимаем руку. 8 километров. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На 8 километров. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заканчиваем. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Ножки на ширине плеч. Чуть-чуть вот так влево-вправо, 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 влево-вправо. Вам в платьях-то, конечно, хорошо. Еще, 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 еще. Вот мы так... Вот мы так на пляже. Сейчас... Через полторы недели, через недельку, полторы, через полторы недели поедем на пляже и там будем так сделать. Хорошо. Поэтому берите, покупайте, дорогие мои, купальники цвета американского флага. Хорошо? И будем так. Мощный сильный вдох. Легкий выдох. Присаживайтесь. Я просил, вы принесли фотографию, где есть вы юность и молодость. Доставайте, пожалуйста. Кто принес, поднимите руку вверх. 1 человек. 3. 3. Доставайте, пожалуйста.
Завтра в 2 часа. Хорошо? Все в меру. Все в меру. Молодцы. Да. Все говорят, все шумят, дорогие мои. Вопросов нет возможности слушать. Еще раз. Меньше 16? Нет. Чуть-чуть можно. Чуть-чуть можно. Главное, где вы улыбаетесь, где вы счастливы. Покажите мне. Где фотокарточка? Ну, ничего. Это хорошо. Кто из вас сестра? Я шучу. Я шучу. Значит, это фотокарточки. Самое видное место вы себе сделаете. Где вы улыбаетесь? Договорились? Кто еще принес? Покажите нам все. Вот молодцы. Вот молодцы. Ну, желательно, дорогие. Где вы здоровы? Вот, красиво. Эту фотокарточку вы можете на дневничок, куда вы записываете свои результаты, клеить. Или на дверь входную, выходную, которая все время у вас перед глазами. Хорошо? Или на кухне над мойкой. Посуду моете и все. Договорились ли? Все тоже поищите. Владимир Васильевич, есть фотография 16 лет? Обратитесь в милицию. Обратитесь в милицию. Когда вы хулиганили, они наверняка вас задерживали. Помните, по заборам бегали? Наверняка у них есть ваша фотокарточка. Я шучу. Я шучу. Итак, наш мозг воспринимает воображение очень и очень сильно. Какое? Какое воображение воспринимает? Нет. Негативное тоже. Какое? В подробностях. Целую ваши руки. Хорошо? Запомните это слово. В подробностях. И сейчас вы пойдете домой и будете представлять себя что? Только в подробностях. Тогда вы заметите, ваши результаты быстрее пойдут. Когда вы представляете, ваши глазки расслаблены, мышцы. Вдаль все четко видите, в подробностях. Подробности, прямо вы представляете, даль, подробности, подробности, все четко видите. Тогда мозг понимает, что вы от него хотите. Хорошо? Все в мелочах. Не хочется с вами расставаться. Вы вечером душ принимаете, я надеюсь? Утром душ принимаете? Горячей водой растираетесь? Стакан теплой воды пьете? В баночку писали или нет? Кто в баночку пописал? А для чего мы почки, печень чистили? Вы как поймете, что вы почистили? Когда человек видит, какая из него муть вылезает, грязь, хлопья, что из него сыпется там, тогда его самооценка, желанный энтузиазм увеличивается. А так у вас всегда может оставаться маленькая доля дьявольских что? Сомнений. То ли мне хватит, то ли еще продолжить. Осаночку, улыбочку. Поднимаем правую руку вверх. И говорим, клянусь писать в баночку. С вами не соскучишься, дорогие мои. С вами не соскучишься. Продолжаем улыбаться. Сегодня какое число? А завтра какое число? А 25-е это что? Нет. Это последний звонок. Это у них. А у нас с вами 25-го. Че вы все время с мужиками спорите? Вы мне скажите, а? Если вам сказали последний звонок, вы скажете, хорошо, Александр Владимирович, завтра приду, что? С выражением лица выпускницы 9 класса. Хорошо? 11-й, это будем мы с вами 17 июня. А сейчас пока 9 класс еще у вас. Улыбка. Дорогие мои, что мужик говорит, всегда говорите да. Вам жалко? А ему приятно. Он, знаете, что мужчины меньше живут, чем женщины? А если ему говорить «да», он вообще умирать не хочет. Продолжаем улыбаться. Еще. У вас хорошо, у вас есть материнский инстинкт, у вас есть цель в жизни. Любовь, внимание, дети, семья. А у мужиков, Господь Бог подшутил, у них на первом месте пусто. Семья, дом, внимание, любовь – это все от второго до бесконечности. И мужику задача у мужчины в этой жизни – найти свою цель в жизни. Найти свою цель в жизни. Для кого-то это наука, для кого-то военное искусство, для кого-то архитектура, для кого-то музыка, для кого-то еще автомобили и так далее. Понимаете?
Помогать надо мужику найти цель в жизни. Он хочет о вас заботиться, а вы нет. Даже если вы всегда говорите «да». Помните? И у мужика послушай, а неприятно заботиться. Я что не скажу приятно, что не скажу приятно. Да? Да. Тогда у любовницы даже шанса не будет, даже мысленно. Она даже родиться не сможет. Хорошо? Продолжаем улыбаться. Главная задача, чтобы мужик шевелился. Хорошо? Тогда из гусеницы будет куколка, а из куколки, если она будет шевелиться, рано или поздно появится кто? Понятно ли? Продолжаем улыбаться. А многие так и не окуклились. Еще. Я шучу. Кто временно не замужем, поднимите руку вверх. Это особенно к вам относится. Всегда говорите «да». Незаметно вы окажетесь замужем. Встречаемся с вами завтра в 2 часа дня. Вы самые лучшие. До свидания.